Ну что, друзья, мы убрали уже фольгу. Мы сейчас начинаем потихонечку смывать, но прежде чем смывать, я обязательно хочу эмульгировать продукт. Я нанесу небольшое количество теплой воды на прикорневую зону под смою и еще некоторое время проработаю длину, просто с помощью рук. Делаю это очень аккуратно для того, чтобы не повредить структуру волос. Вы помните о том, что волосы, когда находятся в осветляющем продукте, это высокощелочной продукт, и нужно быть очень-очень аккуратными здесь, чтобы работать грамотно. Поэтому я делаю все очень аккуратно. Во-первых, я эмульгирую для того, чтобы хорошо подсмыть продукт. Это произойдет легче и быстрее. Я убираю его с прикорневой зоны, потому что здесь уже все готово. Здесь фон осветления меня полностью устраивает. По длине мне бы хотелось еще немножечко его почистить. Делаю очень аккуратно, стараюсь не тянуть нигде волосы, чтобы никак их не повредить. Напоминаю вам о том, что ранее волосы по длине были окрашены, корни примерно сантиметра 3-3,5 были отросшие натуральные волосы. Вот. Напомню вам сейчас видео, посмотрите, что мы имели до, и вот что у нас есть уже сейчас. Время выдержки у нас было визуальное, но будьте аккуратны с корнями. Именно потому, что время выдержки было немного увеличено и на прикорневой зоне, я использовал пропорцию смешивания с 6% оксидантом, со специальным оксидантом, который используется именно для этой пудры. Он на основе масел, поэтому максимальное такое аккуратное воздействие и к коже головы, и к волосам. Но я использовал пропорцию 1 к 3, когда работал с кожей головы. Таким образом, я немного уменьшил вот эту вот щелочную способность продукта. Ну и, конечно же, если уменьшенная щелочность продукта, значит и более бережное воздействие на волосы. Но за счет того, что время выдержки было увеличено, мы получили чистейший, очень классный, красивый фон осветления. Сейчас мы еще немного поработаем с длиной. И можно все смывать. Что, здесь у нас все готово, этого мне достаточно, и будем сейчас смывать весь продукт. Я хорошо смачиваю волосы и начинаю эмульгировать продукт на прикорневой зоне. Это просто позволит мне его смыть быстро. Если начинать смывать сразу, особенно если мы говорим про пудру 9 тонов, она работает с оксидантами, основа у которых масляная, то смыть нам будет его не так быстро. Но если вы сделаете эмульгацию предварительную, то все произойдет гораздо быстрее. В первую очередь мне хочется освободить от продукта краевую линию роста волос. Это лицо, чтобы не было у нас никаких неприятных раздражений. Я вам сейчас прям хочу показать, продемонстрировать, насколько деликатно работает этот продукт, насколько деликатна пудра 9 тонов по отношению к коже нашего клиента, к нежной коже, особенно вот в соприкосновении с лицом. Смывать продукт после Total Blonde, после осветления корней, очень важно не горячей водой. Посмотрите, пожалуйста, на краевую линию. Посмотрите, пожалуйста, на краевую линию роста волос.
нету вообще даже намека на какое-то раздражение. Она абсолютно белая, красивая кожа, несмотря на то, что, кстати, волосы были чистыми. Очень важно после обесцвечивания волос хорошо смыть продукт с кожи головы и с волос. И только после того, как вы убедились, что его там не осталось, кстати, вот смотрите, я даже сейчас мойку промываю, чтобы волосы снова не запачкать. После того, как вы убедились, что продукта на волосах не осталось, на коже головы его не осталось, только после этого мы с вами используем шампунь. Поэтому хорошо убедитесь в том, что все чисто. Особенно в затылочной зоне, где это всегда тяжелее всего сделать. Шампунь, который я буду использовать на протяжении всего окрашивания, называется Metal Detox. Это шампунь, который позволяет нейтрализовать металл в волосах и, более того, пролонгировать этот эффект нейтрализации металлов. Ну и также он подходит идеально для завершения всех процедур окрашивания и обесцвечивания волос. Вначале я хорошо его распределяю по волосам, добавляю небольшое количество воды и уже начинаю активно его вспенивать. Обязательно уделяйте большое количество внимания тому, чтобы хорошо промыть волосы после обесцвечивания. Это очень важно, это залог долговечного окрашивания, залог хорошей носибельности последующего цвета. И если вы этого не сделаете, если вы не уделите много внимания хорошему промыванию продукта, то вы просто можете получить нестабильный цвет, вы получите неносибельный цвет, который очень быстро у человека смоется. И, возможно, скорее всего, он будет недоволен этим. Итак, я промыл волосы хорошо. Хорошо промыл волосы. После того, как я отожму лишнюю влагу из волос, я сейчас буду наносить продукт, который называется концентрат Prolonger. Это продукт, который восстанавливает аминокислотные связи, которые добавляют аминокислоты в волосы. Это очень важная штука на самом деле после обесцвечивания волос. Нужно его совсем небольшое количество, просто для того, чтобы вернуть волосам вот эту вот крепость. Потому что аминокислоты по большей части отвечают за крепость волос. И для того, чтобы нам с вами этого добиться, мы используем этот продукт. Наношу его руками, распределяю хорошо по волосам. Его нужно очень маленькое количество, его также могут наши клиенты использовать в домашнем уходе, когда это нужно. Но его главная задача – это восстановить вот эти вот аминокислотные связи, которые очень сильно отвечают за крепость волос, за ломкость волос, вернее, за отсутствие ломкости волос. Время выдержки этого продукта составляет 3-5 минут максимум. После того, как пройдет время выдержки, я смою этот продукт. Я здесь не буду использовать шампунь, хотя по правилам нужно использовать шампунь, но я не буду этого делать. И после этого, после того, как все хорошо смою, нанесу маску Absolute Repair. Ее я нанесу на 5 минут.
Она как раз восстанавливает липидные составляющие волоса, а липиды крайне важны для нашей кутикулы. Кутикула как раз открывается и закрывается и имеет какое-то движение благодаря липидам. Если их мало, то кутикула просто становится сухой и отваливается. Нам нельзя этого допустить, поэтому нанесем достаточное количество этой маски, прям достаточное. И после этого оставим примерно на 5-7 минут. После этого я смою и буду готовить волосы к дальнейшему тонированию. Встретимся на этом моменте. Ну что, друзья, вот такое вот фон осветления мы получили. Я считаю, что это очень классный результат. Учитывая, что у нас было до, и то, что у нас были, кстати, выяснилось, что у нас были даже тонирование волос шампунями тонирующими. Вы знаете, что там есть пигменты прямого действия, которые иногда сложновато уходят. Вот такой фон осветления. Посмотрите, классно. Мне очень нравится прикорневая зона, очень чистая. Мне очень нравится, что нету четкого какого-то переосветления в прикорневой зоне. И мне нравится фон осветления, то, что он не излишне золотистый. Не знаю, насколько это передает видео, но если здесь посмотреть, то мы видим, что фон осветления получился таким красиво золотисто-бежевым оттенком. Что будем делать дальше? А дальше будем тонировать волосы. Сначала буду тонировать прикорневую зону красителем Diarichess, а длину буду тонировать красителем Majerelle. Друзья, у нас почти все готово, мы сейчас смываем все то, что наносили, заканчиваем нашу работу и заканчиваем с помощью шампуня и смываемого ухода, кондиционера. И покажем вам результат.